Всем привет, ребята! С вами канал Саша Лена. И сегодня мы снимаем ролик «Покупаем все одного цвета». Какого цвета? Синего, как у клиента. Ну, а я тогда возьму зеленый, как у Кобякова в ролике. Кто смотрит Влада 4, наверняка это помнит. Ну что ж, погнали, Fifty Price, там мы будем покупать товары. Ну что ж, ребята, мы уже подошли к Fifty Price, вот он. Пойдемте в него. Мне уже интересно, что тут. Вот, а я выбираю зеленого цвета, а Лена синего. Я думаю, брать мне вот этот вот джипик и любить. Но он какой-то слишком детский. Ну, я все-таки возьму этот джипик. Так. Я выбираю вертолет. Какой? Я финальчик нашел. Ложу к себе. А я уже вот что нашла. И вот что нашла. Вот. Вау. Я вот нашел тут гигантскую вот эту бачку с карандашами. Возьму тоже. Такую смешную ручку нашел. Хожу. Вот такая вот. Класс, не бери. Так, ну ладно, Лен. Я только две игрушки. Нифига, у нее игрушки. Тебе вот это надо? Ага, сейчас. Нет. А мы извини. О, смотри. Мне вот это хочу. Классно. Вот, держи. А мне я вот такую вот нашел. Я прочитаю. Мамин защитник. Что-то, если честно, мне ее не хочется. Тогда я не возьму, держи. Нет, да. Это классно, с трансформером. Ладно. Сумочки какие-то, косметички? Нет, мне это вряд ли надо. Пойдемте дальше. Тут есть. Губка? Губка. А что, для мамы возьми. О, Лен, смотри, утюг. Хочешь? Нет, у нас дома есть. Ну хотя да. Почему я не выбрал красный? Тут клавиатура есть. У нас есть дома клавиатура. Это какой-то антидост. Не знаю, что это такое. Ну, смотрите, что я нашел. Я колонку какую-то нашел. Офигеть. Классно. Сколько она, кстати, стоит? 639. Ну, я это возьму. А это что? Колонка. Ладно, погнали дальше. Блин, я тоже хочу. Синий. Саш, смотри, пьяный котик. Лена нашла пьяного котика. Вот. Я тоже. А, это скрипки такие для машины. Такие вот. Ну, папа, для Сеня. Для Ламборджини типа, да? Возьму. О, а тут отвертки синие. Могу. Я отвертку нашла. Ну, классно. Я возьму. Так, вот я нашел какую-то штучку. Я это тоже что такое? Саш, у меня почти такая же. Это для мыла, мне кажется. Пепси, Пепси. Друга встретил. Это там мой друг Давид, вон стоит. Ну, ему что-то там покупает. Так, короче, я увидел, скинулся от этого вот я. О. Я хочу это подарить. Ну, вообще. Мы тут набрали что-то одно в итоге. Я тут из зеленого колонку нашел. Какую-то эту штуку зачем-то взяла, не знаю для чего. Короче, этого. Не знаю, конечно, зачем мне это. Но я беру все зеленого цвета. А я синего. Ну, мужик, брали. Это что такое? Скалка силиконовая. Скалка силиконовая. Скалка силиконовая. Я последние две вещи возьму. Наверняка это
пусть будет. Скалка зеленая. Короче, чай купил еще. Но все, я больше ничего не хочу брать. Я тоже. Короче, скакалка, чай, шампунь. Я не знаю, для чего он мне. Ну ладно. Колонка беспроводная. Мыло, ручка, вкусняшки, это Сникерс и Скитлс. Щетка для машины, карандаши и вот эта вот штучка. Машинка какая. Так, вот я думаю, что же мне все-таки выбрать. Скакалка, Скитлс и Сникерс. Остальное, ну, мы не берем. Я выбрала кепку и отвертку. Сейчас заплачу. Так. Сейчас будет распаковка скакалки. Так. А, да, на счетчик нас не обманули. Вот так вот они выглядят. Ну что, сейчас попробую попрыгать. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, десять, одиннадцать. Счетчик что-то немного неверный. Что показывает? Так, 989. Он всегда показывает 989. Сейчас понял, но мне папа объяснил, то что надо его в правой руке держать, чтобы он правильно шел. Погнали, папа. Пробуем еще раз. Дубль 2. О, да, вот тут он правильно 4 раза прыгнул. Ну что ж, ребята, мы вот купили то, что нам надо было. Ставьте лайк, если вам понравилось то, что мы купили. Ну и подпишитесь на канал, если вам тоже нравится ходить в магазин за всякой такой ерундой, как мы. Ну что ж, с вами был канал Лена. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Лена! Ладно, и всем пока-пока!